Привет, с вами снова Карлсон Ревьюс. Сегодня я забрал еще один целый лот с барахолки за сущие копейки, за 500 рублей целых 12 машинок Hot Wheels. И начать хочу вот с такого красивенького буншейкера из Бургер Кинга. Да, я в принципе фанатею по машинкам из всякого стритфуда, фастфуда и так далее. Для сравнения, я взял обычный буншейкер из этого же пака, и вы сами можете понять то, что данный буншейкер немножко больше оригинальной модели. Многие знают то, что у меня такой буншейкер уже есть, но в более худшем состоянии. И поэтому решил взять еще и вот этот. Продолжим снова с буншейкера. Данный буншейкер юбилейный, золотого такого оранжевого цвета 2018 года. Состояние очень так себе. Очень сильно потерты колеса, весь хром снят полностью, погнуты оси и так далее и тому подобное. Но все равно я его искал очень давно и наконец-таки нашел. Следующая модель — Flazed Fury. Данная модель 2015 года. Дизайнер Марк Джонс. Номер модели G8102. Производилась с 2005 до 2016 года. Модель весьма яркая и красивая, однако состояние конкретной модели, ну, далеко не супер. Следующая модель — Torque Twister из Hot Wheels City All Stars 2015 года, Mainline. Модель придумана в 2010 году Брайаном Хайлером и Алек Тамом. Код модели R0921. Следующая интересная модель — это Salt Shaker из 2019 года, X-Racers. Придумана дизайнером Джуной Мэем в 2010 году. Код модели R0951. Следующая фантазейка из серии Track Stars 2020 года. Это модель Nervi Hammer. Дизайнер Джуни Мэй. Да, снова. В 2013, 2016 и 2017 годах были ритулы. Сама модель мне ну очень понравилась, и у меня даже появилось желание сделать из нее кастом, поставить на хорошую резину. Ну и еще я нашел вот такую легенду настоящих фантазеек Hot Wheels. 30 трак, разработана Дмитрием Шахматовским в 2019 году. И у нас как раз таки First Edition. В 2019 году в серии X-Racers появилась еще и вот такая вот машинка. Это Gazella GT. Кстати, она была еще в Nitro Speed No Limits. Дизайнером снова выступил Дмитрий Шахматов. Ну и самые интересные машинки, по моему мнению, я оставил под конец. Начнем с такого Ultra 442 на лифтованной базе. Конкретно данная модель Hot Wheels из Hot Wheels Daredevils 2016 года. Следующая просто потрясающая своим видом машинка из серии Road Squad 2019 года. Это машинка, в которой можно влюбиться буквально с первого взгляда. Custom Ford Truck 56 года. И следующая красавица нашего обзора — это Plymouth Barracuda 1969 года. Конкретно данная модель 2017 года имеет очень интересный ливрей, к сожалению, очень потертый. Открытый капот с открытым красивым двигателем и все дела. Прям очень классно смотрит. Ну а на этом у меня все. Спасибо вам всем огромное за то, что посмотрели этот ролик. Не забудьте поставить лайк, если он вам понравился, и подписаться на канал. Всем пока, до скорого!